Благодарю. Я думала, что эта поездка будет волшебной, какой-то там переворотом, но такого я представить себе не могла. Это что-то за гранью вообще вот этого вот эго, суеты. Есть только любовь, души. И так прекрасно, что мы здесь делаем такой праздник ради Бога. Сейчас подумай, что это секта какая-то. Глядя на тебя в этой черне. Пусть думают, что хотят. Главное это, что мы все счастливы, всех люблю, благодарю и любовь. Только могу это постоянно как мантру круглыми сутками говорить. Спасибо. Перекидывай. Спасибо. Ну, состояние твое чувствуется, состояние, это самое главное, это больше слов. Спасибо. Но здесь я поняла, мне кажется, две главные вещи, что на самом деле все просто, вообще все, в принципе, все просто. И мир вокруг нас — это наше отражение. И из этих двух принципов теперь я, в принципе, понимаю, что мне делать. Спасибо, ребят, вам, что взяли меня сюда. Я безмерно благодарна, я даже не знаю, как выразить эту благодарность. Я думаю, что... Я благодарна вообще всем людям, которые здесь собрались, и благодарна Вселенной. Я в каждом из вас вижу что-то свое. Вот, правда, в каждом. Каждый меня чему-то научил. А я благодарна моей любимой соседке. Это еще одна отдельная перезагрузка у нас происходила в номере. И днями, и вечерами. Правда. Да. Самое главное, я уезжаю в состоянии спокойствия. Я очень надеюсь, что оно будет продолжаться. Я думаю, что будет продолжаться. Мое смятение ушло. И я пришла с одним запросом, а ушла, получив намного больше. То есть я была настолько слепа, хотела чего-то одного, а на самом деле можно понять намного больше. Спасибо. Всем спасибо. Особенно нашим ребятам, которые все это, собственно, для нас организовали. Когда на твоих глазах происходит трансформация человека, когда он убирает все лишнее, когда он становится един с потоком, и ты видишь, что не может это не произойти. То есть ты видишь, что кто-то что-то держит, но ничего страшного, что это вот через какое-то мгновение просто уйдет, что перезагрузка произойдет, ну, однозначно. И когда видишь это волшебство, это просто неимоверное состояние, когда это волшебство входит через других в тебя, и еще Ганга, еще Индия, еще эти люди вокруг. Игорь, Наташа, вы делаете великое дело, потому что вот я на второй перезагрузке, и просто каждая перезагрузка что-то дает, каждое место что-то дает. Но это место, это просто магия какая-то. Я первый раз в Индию попал именно в Ришикеш. Это место, которое трансформирует людей, которое правильно Оленька сказала, что ты не знаешь, что с тобой произойдет. Ты даже представить себе не можешь. Они говорят, что мы формируем реальность. Но у меня ума не хватит, фантастики. Вот это вот, ребят, все это представить, да. Спасибо, мир, за любовь и заботу, которую он нам дает. Спасибо большое вам всем, девочкам. Очень сильные ребята, на самом деле, вот я благодарен прям вот ребятам, потому что обычно сила идет от девочек, так она и есть, но здесь вот именно произошло вот это вот разделение, то есть не так, как вот девочки сильные, да, женщины сильные, а ребята где-то там. Нет, очень сильные ребята, прям чувствовалась сила, ну Гриша это вообще просто уникальный человек, Ярослав тоже. Ну про Игоря я даже и говорить ничего. То есть вот здесь мы каждый был на своем месте, мы здесь каждый были гармоничны, вы исполняли именно женскую роль, именно свою природу, именно свою силу. И вот это вот все произошло, все это сгармонизировалось, и в любой момент, когда вам, может быть, будет тяжеловато или какие-то сомнения, вы просто знаете, что мы друг друга будем поддерживать. Мы уже одно целое, мы уже сроднились. Спасибо вам большое, ребята. Спасибо большое. Спасибо. И на самом деле, как проживаешь день, а такое впечатление, что проживаешь намного больше недели, там, или месяц. Вот.
И я хочу сказать слова благодарности за то, что вы создали такое пространство, такие условия для того, что у меня, я за себя скажу, у меня появилась такая возможность это все прочувствовать, и что у меня что-то сформировалось у себя внутри. Спасибо вам.